Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart with soul. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. О, счастливчик! Джекпот! Я вот хотел здесь просто подчеркнуть, что мне не пришлось ждать какого-то элемента или какого-то места в этой невероятной песне, чтобы понять, что вы невероятно поете. Я лично я обещаю, что... Но вы не уйдете. Не уйдете сразу. Зачем вам бороться с, ты посмотри, с что невероятными, сильными вокалистами в лице мужского пола? Здесь, в этой команде, есть будущее. Действительно. Подумайте хорошо. Оно есть везде, в каждой команде, бесспорно. Ты знаешь, ну, поехали. Хорошо, Александр, на чем вы построите свою избирательную кампанию? Какие вы дадите обещания? Не знаю. Я даже не стал слушать. Есть там какой-то верх, там такой, это неинтересно. Здесь то, чего мне, как исполнителю, никогда не хватало, просто в силу того, что я другой тембр. Так всегда хотелось. Ну, внизу не получается так. Ну, единственное, что могу сказать, мне просто очень понравилось, как это звучит. Красиво, обаятельно, все. Вверх там прижал чуть-чуть, ну, не знаю почему, ну, так хотелось, наверное. Мы уже познакомились? Нет, мы не познакомились, это не имеет никакого значения. Замечательный человек. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Мне 32 года, я из Брянска. Вы знаете, спасибо огромное за усладу для наших ушей, временами уставших. Было очень приятно. Это вот из серии прошлогодних таких звуковых массажистов, как я их называю. Когда голосом вот такое легкое расслабление всяческих физических и душевных мышц. Спасибо огромное вам за это. Я не буду сейчас ничего обещать, не могу, потому что, опять же, памятуя прошлый сезон, никогда не знаю, что там будет дальше. Но
Скажу вам, что есть у меня пару задумочек в плане интересного материала, который бы я могла вам предложить. Но опять же, выбор за вами. Здесь сидят три прекрасных совершенно мужчины, которым тоже будет вам хорошо пойти. Вот. Но я буду очень рада. Ну, я скажу, Алексей, большое спасибо за удовольствие. Вот, я думаю, все присоединятся ко мне. Мне это очень нравится, это мое, мне это... Я знаком очень хорошо, я в этом разбираюсь, знаю, что с этим делать. Я все сказал. А я не знаю, что делать, но мне просто нравится. Ну? Я хотел сказать, что для меня крайне неожиданно... Что вся, да? Эта ситуация в целом. Вот, и я готовил речь совершенно другую. Прощальную, так сказать. Вы готовы прощать, сказать, извините, что вас потревожило, а мы все сидим там такие, да? Не получилось. Не вышло у вас. Да, я согласен, что в этом плане я провалился. Да, здесь, конечно, точно никто не подскажет. Вот. Я выбираю Леонида Агутина. Спасибо вам. Наши джазовые. Они пошли обниматься. Молодец, поработали.